Несколько минут назад журналисты сообщили тревожную новость. Игорь Николаев экстренно госпитализирован. Вчера утром Игорю Николаеву стало плохо. Близкие композитора вызвали врачей, которые срочно забрали его в больницу. По предварительной информации, у артиста инфаркт. А ведь совсем недавно, 17 января, композитор отметил свой день рождения. Казалось, что ничего не предвещало беды. Правда, многие поклонники отмечали, что в последнее время Игорь Юрьевич выглядел не лучшим образом. Впрочем, народ списывал все на нежелание Николаева убиваться в спортзале. Сам композитор признавался, что с годами ему все труднее держать себя в форме. Потому он старался отказываться от вредной еды и алкоголя, чем радовал молодую жену. Медики приехали в загородный дом артиста, осмотрели его и сразу же диагностировали нестабильную стенокардию. Сначала Николаева доставили в одну из больниц Красногорска, но позже перевезли в Москву. Сейчас музыкант находится в блоке интенсивной терапии ФГБУ НМИЦ кардиологии Минздрава России. Специалисты обследуют певца и тщательно следят за его состоянием. Пока неизвестно, насколько серьезно положение Николаева. Представители артиста еще не выходили на связь с журналистами. Молчит и молодая супруга Игоря Юрьевича, певица и актриса Юля Проскурякова, которая сейчас не находит себе места. Коллеги и поклонники артиста желают ему скорейшего выздоровления. Неравнодушные молятся, чтобы недуг поскорее отступил и Николаев отправился домой. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!